Во время проведения доследственной проверки было опрошено порядка 10 специалистов разного уровня по поводу нынешнего состояния памятника советскому воину. Напомним, он был демонтирован в деревне Салтыки в канун 9 мая. Кроме того, следователь пообщался примерно с 30 местными жителями. Прошло около 2 недель после того, как цементный солдат был найден активистами на помойке. Затем его перевезли в гаражный бокс в село Ильинское. В рамках проведенной проверки привлечен ряд специалистов, имеющих специальное познание в данной области, которые, осмотрев памятник, пришли к общему выводу, что дальнейшая эксплуатация на месте этого памятника создавала реальную угрозу для жизни и здоровья населения, поскольку в результате воздействия внешних факторов, в частности осадков, кустарного производства этого памятника, шел необратимый процесс разрушения. И в любой момент этот памятник мог, либо его части, либо фрагменты могли упасть, разрушиться и повредить любого человека, который мог находиться рядом. Напрашивается вопрос, почему, прежде чем демонтировать памятник, глава Ильинского сельского поселения не прибегла к помощи экспертов? И почему демонтаж был произведен в канун 9 мая? Демонтаж памятника – это в связи с тем, что выстроен новый. Это на первом было собрание в 2012 году. И сразу же на этом же собрании было о том, что демонтировать старый, потому что он не имеет эстетического вида и что он уже находится в таком физическом изношенном состоянии. То есть он разрушается. Если собрание общее постановило, что нужно демонтаж, то эту надо работу выполнить. И там прописано было до 9 мая 2014 года. Но мы все-таки думали общественностью и большей части населения, что он все-таки еще какое-то время простоит. Но вот поверьте нам, что вот он начал рушиться прямо на глазах. А скажите, экспертов вы не привлекали? Нет, экспертов мы не привлекали, только по одной простой причине. Почему? Потому что если история памятника 35 лет, он изготовлен из бетона, из цемента, у меня даже в мыслях не было, что... пригласить эксперта. Вот, может быть, демонтировать при более раскрыто, то есть написать объявление, допустим, люди пришли, посочувствовали бы, да, вот это я признаю, надо было делать. В ходе проверки удалось даже установить историю появления памятника советскому солдату. Действительно, кустарное производство имело место быть. Мы дошли даже до того, что установили процесс производства этого памятника в 1985 году. Ко дню 40-летия Победы, значит, местный совхоз принял решение об установке, о приобретении и установке данного памятника. Для этого были привлечены 2 человека. Процесс изготовления происходил прямо на месте в деревне Салтыки, в предоставленном каком-то ангаре, непонятно, и они руками, просто используя какие-то куски, части арматуры, даже проволоки, вручную произвели вот этот памятник. В настоящее время специалисты, которые осмотрели данный памятник, сделали категорический вывод о том, что нарушены были практически все возможные нормативы производства памятников и их установки. Со слов, опять же, местных жителей, которые присутствовали и при установке, и при производстве данного памятника, заявляют, что его максимальный срок эксплуатации должен был составлять не более 15 лет. Дальнейшая судьба памятника пока представляется туманно. Реставрация при износе 98% он не подлежит. Как его утилизировать, непонятно. Глава поселения, в свою очередь, поясняет, что решение должны принять депутаты сельской думы. Какое бы они решение ни вынесли, я с их решением буду считаться. Почему? Потому что это все-таки избранники народа. Я пока не знаю, извините, вот... где точку поставить, куда, как поступить с ним, я не знаю. Может, кто-то мне порекомендует, и я, наверное, прислушаюсь. Я признаю, что не нужно было 7-го, но стечение обстоятельств. Что на федеральном уровне, что на уровне местного самоуправления нет нормативных документов, регламентирующих порядок утилизации, демонтажа этого, любого памятника из данной серии. Закон категорически устанавливает, что памятники должны содержаться за счет средств местного самоуправления. И доводы главы администрации, и из объяснений местных жителей однозначно следует, что ежегодно, соответственно, к 9 мая проводился текущий ремонт силами местного населения и за счет средств муниципального образования.
И все же событие получило большой общественный резонанс, потому как произошло именно в канун Дня Победы, да еще каменного солдата не просто демонтировали, но и сбросили в канаву. В настоящее время процессуальное решение не принято, однако ее действие можно квалифицировать как превышение должностных полномочий, а также ряд других составов преступлений, которые опять же исследуются в рамках проверки. Основное – это, конечно, превышение должностных полномочий, но решение в настоящий момент, еще раз подчеркну, не принято. В свою очередь, губернатор области Никита Белых был довольно категоричен в оценке действий главы Ильинского сельского поселения. Цитата. «Я считаю, что человек, допустивший такой поступок, не имеет права работать на муниципальной службе, в органах власти вообще». Татьяна Алексеевна Якимова, которая, судя по всему, привыкла в последнее время к нападкам, так отреагировала на это заявление. Если это примут решение депутаты, что я не могу больше руководить большим или маленьким поселением, то я, конечно, охотно покину свой пост. Вот. А за 27 лет службы в поселении я не сделала такого, чтобы можно меня так ограничить вот в моих дальнейших в дальнейшей работе. Если депутаты признают мою вину и мое вот такое беспечное отношение к этому вот к случившемуся, и окажут мне недоверие. Ну что, значит, тому и быть. Вот и все. А Никита Юрьевич, ну что, это его право. Это его право так сказать. Сказал, значит, сказал. И если его право есть убрать меня, то пусть убирает. Вот и все. На нашу просьбу прокомментировать ситуацию на камеру глава Слободского района Владимир Хомяков ответил, что принял решение больше не комментировать в СМИ эту ситуацию. Что касается увольнения Татьяны Якимовой, по телефону он пояснил, что действует в рамках 131-го федерального закона и не вправе ни уволить, никаким бы то ни было еще способом снять с должности главу поселения, избранного путем всенародного голосования.